смотрите на радостных моих счастливых деточек. Какие они счастливые, друзья мои. Мари, куда поплыла туда? Мари! Господи, боже мой. А море-то какое чистое. Ну, я не знаю, почему море такое сумасшедшее. Камоди, кого мали? Мари, камоди! Мари! Ой, какое страшное. Бабуле надо быстро вылезать. Наше четвертое утро, мои дорогие зрители. Три ночи прошло. Не могу я все равно спать в чужом месте. Моя кровать самая лучшая. Дети постоянно укрываю. Сегодня вот такое замечательное у нас утро. А какая вода? Посмотрите, какая спокойная вода. Вы видите? Опа! О, волны начинаются постепенно. Дети мои. Вон, видите их. Пляж грязный-прегрязный. Мусора полно. Аж пингвой. Вот как люди свинячат, засоряют пляж и не убирают за собой мусор. Видите, все оставляют. Эвет на машине. Вот видите, на машине видно ехали. Бутылки, все это еще не убрали. Все, вот потом мы пошли купаться. Всем добрый день, мои дорогие друзья. Многие спрашивают меня, где мы остановились, как и что, и решила с вами поделиться, пока у меня такая возможность есть, и рассказать, что, о чем и как. Вот смотрите, вот это вот комната. Вот сейчас ваш Кэнди спит, здесь мы придвигаем кровать, и такая большая ложа. Подушки дали, новый холодильник, кухня такая, вот дети играют карты. Шифонер такой нормальный. Вещи вообще не понадобились. Вещи здесь не понадобятся. Друзья мои, так что не берите. Что здесь есть? Есть вся утварь кухонная. А все остальное нужно покупать. Соль, перец. Ну, уксус купили. Сливочное, подсолнечное масло, сливочное масло. Купили для детей вот такие специальные. Этот. Остальное ничего не покупали. Пользуемся, что есть. Сейчас у меня здесь варится соус вот на таком газе. Это все здесь. Остальное все, тряпки, мяпки, все нужно покупать. Вот здесь пакеты у нас, здесь стаканы одноразовые, у нас еще чипсы есть, тут кофе, печеница, конфетки есть. Так, сейчас я кофе выпью, покажу вам ванную. Шампуни, мампуни, вот такая вот душевая. Это все купили. Естественно, вода почему-то льется, надо закрыть. Вот. На, тут Светлана сама. Светлана вообще, не знаю, похожа на себя или нет. Голову моет два раза в день, постоянно в воде, как дельфин, как русалка. Стоит вот эта вот комната 1500 лир. 1500 лир, моя Маруся. Маруся, моя девочка. Малюся моя. Так, стоит 1500 лир. Так, покажу еще балкон. Вот и все, что по ценам. Вот такой балкон. Конечно, здесь разные есть пансионы. Это пансион называется. Мотель, наверное, не знаю. Рестораны. Айосбир, Карфур, Шок, магазины. И так живут очень многие. Приезжают в основном, сказала, из Хатая, Газиантепа сюда, в этот район. Со Стамбула никто не ездит. Но здесь именно чисто такой семейный отдых, потому что взрослым двоим будет здесь скучно. Но если только они хотят насытиться морем. Кроме моря здесь нифига нету, мои дорогие. Никаких развлечений, ничего. Пошли в парк. Парк тоже оказался очень маленьким, там одна горка и две качельки, и все. Есть рестораны, безалкогольные, я так поняла, а также есть магазины, где продают алкоголь. И вечером все пьют на море, все абсолютно пьют на море, и взрослые, и дети. Вот. Мы приехали, так приехали с тремя детьми. У бабули очень много дел, еще четвертый мой ребенок. Вот сейчас вот я стою на балконе, на солнце, прям жарко так. Но
такой влажности я не ощущаю, я не потею. Скорее всего, это напоминает мне Стамбул, вот такая жара, Люли-Бургас. Шарики здесь наши пугают меня. Вот такое окно, кондиционер постоянно у нас работает. У нас в доме постоянно работает кондиционер. Пейзаж у нас вид красивый, конечно. Детских развлечений здесь нету. Вот только море. Шезлонги стоят 350 лир. Вы можете утром за их купить, заплатить. Главное не потерять чек, который вам дадут. И прийти домой, вернуться, покушать, поспать, отдохнуть и вновь идти. Мы оставляли полотенце. Сегодня третий день, мы решили не брать. Почему? Потому что вот так вот мы приходим на 2 часа утром и в 4 возвращаемся, и только 2 часа использовали их. И все. В 6 уже все забирают их шезлонги. И мы так подумали, что сегодня мы не будем их брать. Ради 4 часов не стоит брать. Потому что мы вчера сидели до 8 часов на море, просто на полотенце, просто на песке. И то же самое будет сегодня у нас. Вот. Вечером хорошо купаться. Потом пришли, и детей я накупала, приготовила ужин. Вчера у нас были тантуни с печенью и с курицей. Дети покушали, уже сил у меня нет ни до телефона, ни до чего, мои дорогие, прошу понять и простить. Даже видео вам некогда загрузить. Завтра мы возвращаемся. Дети безумно счастливы и рады. А Ашкым сегодня пострадал. Его сегодня укусила рыба. Он говорит, что это баллон рыба. Знаете, как откусила? Мясо откусила ему, кусок мяса. Сначала вроде бы море чистое, такое спокойное, прозрачное. Видно даже вот маленьких рыб. Ну вот и есть и большие рыбы, которые вот так действуют. Прямо откусила, вы не представляете, как я сейчас, если есть возможность, покажу. Видели, как откусила, какая рана. Но я ее сразу обработала парфюмом, духами. Вот. Но он сказал, что больше не зайдет, потому что это было действительно больно. Слава Богу, меня Бог миловал, хотя я заплываю очень далеко. Одна, никого там нет поблизости, но Бог миловал. Мимо меня все, потому что я говорю, мимо меня. В Мерсине тоже к моей подружке приехала заловка с мужем. И она мне тоже написала, что вчера тоже укусила его рыба. И у моей подруги, с которой мы сегодня встречаемся, Ларисы, она здесь замужем, в Аяшево, туда подальше идти. Мы у нее были дома. Мы с ней через пару часов встречаемся. Она сказала, что утром тоже ее мужа укусила. Так что вот так вот нам весело. Друзья мои, за сколько дней я наконец-то оделась нормально. А я как нагорела. Одела свой комбинезончик, думала, что я поправилась, но оказывается нет. Так что идем на встречу с подружкой и моим бизнес-партнером. Готовила соус в сливочном масле. Так, сейчас не хочу открывать, вот, неважно. Ашкем ушел с детьми. Куда он ушел с детьми? Искались и поехать. А я так чуть-чуть прибралась, отдохнули, и вот идем. Только Маре что-то не дождусь. Маре пошла, спустилась, ей что-то должны передать нам и подняться, но не вижу. Покажу вам Аяш с окна машины. Смотрите, масштабность, вы увидите со стороны. Да, ничего, так классно. Видно, видите? Какой пляж. Это красиво. Тут дикари, я смотрю. Но этот пляж для на машине надо приезжать. Да, я тоже смотрю. Такой. Ой, потому грязно везде между здесь. Нами, между нами и вами. Потому что это старое место. Кстати, это может быть ваше место. Как в гору поднимаешься, между нами и вами, вот получается Эрдемли, район Эрдемли.
Короче, мы на машине недавно надо. Ездили туда. Ой, вот вообще. Ну, мы поздно поехали, я все отказывалась. Какая красота. Мы поздно поехали. Мы сюда, кажется, приходили вчера. Где мы, Мария, приходили в парк? Имя Кидим. Сюда. Сюда, да, прошли мы уже? Нет, мы дальше, чем это. Мы проехали уже. Что вы проехали? Не, мы в парк приходили куда-то первый день, когда приехали. Но нам парк есть? Парк какой-то такой мелкий, непонятный какой, ну что-то было. Мы еще не проехали. Да? Ну, видишь, мы сюда только в магазин. Да, точно. Вот тут парк. Можешь прийти с мужем прогуляться. А, есть даже эти тренажеры. Мария, да. А как мы не увидели тренажеры? Мы я позанимались. Видела тренажеры. Угу. Аня говорила тебе, потому что далеко. Аня хотела далеко. Можно поварить? Там призёра была. Кафе Д? Там призёрочка. Музыку. Мы остановились в таком интересном месте. Мне очень понравилось. Нашли такое красивое место. И снимаем сейчас. Всем привет, 150 раз. Идем с моей внучечкой, моей подруженькой. Встретились мы, посидели в кафе. Видели вы или нет вот в этом? Я вчера мечтала в нем посидеть. Смотрите, как красиво. Как раз я вчера запланировала, мечты сбываются. Я вас, знаете что, друзья, заклинаю. Мечтайте, правильно мечтайте, делайте хорошие вещи, и у вас все сбывается. Сейчас мы идем. Туристы, нам немножко идти. Прогуляемся с моей внучечкой, любимой. Замечательный день, мои дорогие зрители. Ой, мы сейчас перейдем дорогу, потому что здесь солнце. Сегодня мы последний вечер. Решили поужинать и прийти. Ты где была? Уплыла. Течением унесло. Деми уже купается без нарукавников. Мы хотим, чтобы он научился плавать. У моего мужа страх войти в море после того, как его рыба укусила. Я приготовила сегодня соус из гороха. Дети поели по такой тарелочке. Иди сюда, Ирма, быстро! Ирма все время куда-то ее не в ту сторону уносит. И так мы гуляем. Так мы проводим классное время. Последний денек. Будет очень много воспоминаний останется. Надо пофоткать их. Детей сумасшедших, как они, такое у них впервые, когда они в ночи купаются, бегают по пляжу. Посмотрите на Демушку, посмотрите на Ирмочку. Все в песке, вон Мари пошла, ее закопали. Ой, друзья мои, так классно, и мы сидим. А-ха-ха, последний вечерок. Приятного вам вечера, Ирмочка.